На помощь! Угадайте, кто, да? Кто же это может быть? А, вот, вот, собственно, и оно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и вышла довольно необычная игра. Я, во всяком случае, такого не ожидал. От разработчиков Save the Girl вышла игра, которая называется Pull Him Out. Вытащи его. Можно было ожидать несколько иной геймплей с игрой с таким названием. Но не, у нас тут канал все-таки не такой, да? Не такой пошлый, поэтому. Tap the pin to unlock. Вот, мы можем, короче, вот это дело потащить, разблокировать. Получается, в чем концепция этой игры? Мы спасаем вот этого мужика. Раньше мы спасали бабу, теперь мы спасаем мужика вот этого вот. Бородатого. Так, ты вообще объясни-ка мне, как тебя занесло в пустыньку, друг мой. Как тебя в пустыньку занесло? Без воды, без... Не надо! Ну ты дурак, что ли? Ну ты же не знаешь, что там. Ну, дебил, а. И вот сейчас спасай его, понимаете? Вот оно вот так... Вот это бежит, вот хрен знает куда, сломя голову, а я его спасать должен. Что такое, игра-то будет вообще? А. Уровень один, поехали, мы прыгаем. И видим кучу... Сокровищ? Серьезно? Ну давай. То есть здесь даже нету выборов? В этой игре выборов нету? Интересно. То есть, я так понимаю, в этой игре я просто должен буду тянуть за определенные вещи, чтобы этот бородатый черт продвигался дальше, да? Это так работает. Интересно. Хорошо, давай следующий. 50 монет мы получили. Здесь, смотрите, какая штука. У нас тут какой-то этот, Имхотеп, Тутанхамон какой-то висит. Я если сейчас потяну, он, скорее всего, упадет ему на голову, и мы сдохнем, да? Или как? Или как это будет? Окей, так, допустим. То есть его, в принципе... Так, давай ты... А это наша Save the Girl. По-любому там сидит. По-любому там-то... Куда побежал? Спаси бабу. Бабу спаси. Я спасаю тебя, а ты спасаешь бабу. Вот так вот, собственно. А, ясно. Ну, тут как бы понятно, да, что мы делаем. Вот так вот, получаем все эти монеты, соберем... Боже, это тогда олигофрен еще почище нашей прошлой героини. Смотрите, мы можем получить вот такой вот египетский костюм, слушайте. А давайте. О, смотрите. Смотрите, какой у нас модный египетский пижон. Обратите внимание. Ага, то есть вы мне хотите сказать, что я должен вначале вот эту хрень выложить. Так, оно, получается, все это дело в воду убирает. Потом монеты. А потом мы бежим вперед. Пока что ничего сложного. Пока что ничего сложного, в принципе, не вижу. Игра начинается достаточно просто. Нам нужно примерно столько же интеллекта для прохождения этих уровней, сколько, в принципе, и есть в наличии у этой бородатой чертилы. Пока что все в этом плане нормально и, скажем так, совпадает. Так, а вот здесь вот смотрим внимательно. Смотрите, у нас какая система. Я считаю, что нужно делать вот так. Потом вот так. Да, вот тут мы все тушим. Ну, а потом, соответственно, вот это убираем. Все, pull him out. Вот мы сделали pull him out. Давай, собирай. Смотрите, какие интересные монетки. Монетки с искусственным интеллектом, ребята. Они самостоятельно собираются ему в штаны. Что это такое? На помощь! Так, это получается, он вернулся опять к этой же бабе внутри саркофага. Или это новое? Что происходит? Что с тобой? О, зомбарь, ну конечно. Ну, перво-наперво убить сволочь, да? Это однозначно. Ой, как нехорошо получилось. Да? Во-вторых, делаем вот так. Ну и в-третьих, собственно, вот так. Все, давай, пошли. Пошли, не пошли? А, там же теперь камень, да? Что значит? Сработало или нет, я понять не могу. Чё это сейчас за бред был? Подождите. Он развернулся, встал раком перед камнем и... И что-то все как будто подвисло или хер знает. Так, подожди. Ну давай, 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 дальше. Не, это нам уже не надо. Я уже все, мне уже похер. Так, поехали дальше. Камень! А, вот камень за нами бежит, видите, и мы должны срочно... А может и не срочно. Да не, в принципе, не срочно, в принципе, насрать. Короче, убиваем эту сволочь. Ого, слушай, ну мы жестокие ребята, однако. Мы, однако, ребят, жестокие, надо отметить. Так. Ну и теперь вот так. Ну и потом, соответственно, еще вот так, я не знаю зачем. Давай, 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 собирай. Собирай денежку, собирай, вот молодец. Слушайте, а я так понимаю, что это бородатая падла, он реально хочет стать мультимиллиардером, да? Не многовато ли тебе денежек, мужичок, а? Поделись! Со мной, например. Ну, серьезно, куда ему столько бабла объяснить?
Так, смотрите, а если на него воду вылить, что будет? Ничего не будет, да, ему похер абсолютно. Так. Ну, может, все? Побежали? Так, я получил какой-то охренительный скипетр. Какой-то елдачеллу получил. Я могу, наверное, теперь вершить древнеегипетское правосудие с помощью этого гана. Блин, это реально она! Это реально она там сидит. Я пошутил. Я не думал, что это правда будет так. Ну, конечно. А что было думать, если какая-то баба умудрилась залезть в сраный саркофаг? Разумеется, это будет она. Кому еще это в голову придет, скажите? Кого вы еще ожидали там увидеть? Прими бонус 400 монет. Нет, спасибо. Покажи мне свой музей. Чего? Подожди, я нихера не понял, что сейчас было. Это опять рекламу смотреть. Я думаю, мы обойдемся без этого. Разблокировать 300, разблокировать 300. Гротта, статус, пирамид. Следующий уровень. Там какое-то привидение насрало на чувака, что ли? Я не пойму, что происходит. У Каспера проблемы с желудком. Что, что? Так, нужна баба, маска, книга и лампочка. Какой интересный набор юного техника, мать его. И что с этим всем делать? А, смотрите, уровень 9. Так, давайте мы вначале, получается, вот эту херню вытаскиваем. Затушили, да? Маску убрали сюда. Нас убрали вот сюда. Взяли маску, да? Сейчас надеваем маску. Ну и теперь, соответственно, собственно, вот. Какая радость. А чё ты радуешься, балбес? Чё ты радуешься, скажи мне? Там все привидение какое-то. Каспер все засрал, понимаешь, везде. Там всю жизнь с этой маской ходить. Ничего хорошего не вижу. Засрано просто все и все и вся. Все, что можно было засрать, все засрано. Давай, загрузка, дальше, поехали. Ну, поехали, ну, поехали. Все, отлично. Мы прибежали, и мы видим дальше кучу вот тянуть всякого говна нужно. Мыло, вода. Вот здесь вот сейчас будет замыкание. Или что? А что если мыло вот? Не то я вот это же тянул, блин. Я ж не то тянул, не сразу. Он сдох? Так, он чем-то недоволен, да? Ну, например, я не знаю. Все, все перемыл. Проходим. Собрали все деньги. Ни хрена он там денег насобирал. Ни хрена он денег насобирал, однако. Ну, это надо отметить. Я что-то уже, знаете, я что-то это, немножко завидую. Что-то я немножко завидую. Бородатые черти какие-то просто на ровном месте. Я ему зарабатываю миллионы долларов. А мне кто заработал? О, боже. Нет, спасибо. Да не, спасибо, пусть так бегает. Пусть так бегает, и так нормально будет. И так будет нормально, все. Что у нас там? Паспорт. А, паспорт его. Это его паспорт, понятно? Смотрите, как я вообще? Вот так, да? Не, наверное, вот так вот, смотрите, мыло. Теперь, а теперь вот это вот так тянет, да? И все, видите, все вот пузырьками охеренными. Все охеренными пузырьками, это что такое? Ничего, да? Бери паспорт, придурок. Зачем тебе паспорт, скажи мне? Что ты с ним будешь делать? Только не говори мне, что ты собрался устраиваться на работу. Там такие дебилы не нужны. На помощь! Это, угадайте, кто, да? Кто же это может быть? Кого же надо спасти? Кто же может звать на помощь? Кусок мяса может звать на помощь? Что за хрень? Так, подождите, ну вначале надо кусок мяса, а потом вот так, правильно? Все, сейчас он пожрет, будет довольный, теперь вот, вот так вот, да, все. А на помощь-то кто зовет? Где наша женщина? Где наша женщина? Ты ее уже съел? Это все, что от нее осталось? Или как, песик? Объясни мне. А-а-а, вот, собственно, и оно торчит тут. Ну и что делать, подождите. Мы уже в маске, поэтому вот эта херня нам не страшна. В принципе, в целом. Давайте мы, наверное, вот так. Да, сейчас оно будет есть. Теперь вот так. Ну, теперь как бы... Не знаю, вот. Что такое? А вот эта херня не хочет подниматься, да? Ясно. Все собрал. Собачка довольная, женщина довольная, парень тоже доволен наш, бородатый. А мне может кто-то объяснить, что у них там дальше-то было? Они сейчас поцелуются там или что? Они поцелуются или что? Непонятно, ничего не происходит абсолютно. Мы просто переходим на следующий уровень. Господи, боже. Она уже наготове, раком стоит, а мы мимо пробежали. Как так? Так, смотрите, маска получается. Так, вот здесь вот нам надо... Ну, во-первых, вот так надо сделать, да? Ну, я думаю, это первонаперво. Давайте потушим это говно. Скорее всего. Дальше, вот мне интересно. Ну, вот я беру маску, да, я ее вот так. И я ее вот... Что это за бред сейчас был?
маска впитала в себя всю эту вонь? Или как? Я не понимаю. Такое может быть. Так чё? То есть, получается, вы мне хотите сказать, что все вот эти сообщения, типа, коронавирус, ходите в маске, можно просто кинуть маску в толпу, да? Идет на тебя толпа чихающих, кашляющих коронавирусных бабок. Кидаешь маску в толпу такой, она все в себя вбирает, и коронавирус тебе не страшен. Это так работает? Мне просто любопытно. О, слушайте, вот этот костюм я, пожалуй, даже получу, посмотрю рекламу. И если вам понравится эта игра, то в следующей серии мы продолжим вот с этим вот говном бегать. Мне это реально интересная такая хрень. Давайте, клейм. Пока что, если понравилось, клейм, говорю. Вот. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.